Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазару, Андрюха, НТФ. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классный ролик, потому что мы скачали новый мод, добавили его в коллекцию. Это мод на хищника. Мы будем от него убегать, выживать в страшном лесу Слендера. Если петь, кушайте, приятного аппетита. А я его поставлю где-то вот здесь. Сначала мы просто поубегаем, повыживаем, посмотрим, что он может. Ну, а потом, конечно же, будем его мочить. Он становится невидимый. Ага, музыка играет даже независимо, если я стоп-сон прописываю. А, ну прикольно. Давайте тогда просто будем что-то говорить громко. Ну что, музыка реально как это... А, музыка не исчезает. То какой-то прикольный у нас получается ролик тогда. Нифига себе. Он прыгает, вы видите? Ой. Это жесть какая-то. Нежданчик. Он какими-то штуками кидается. Я не могу музыку остановить. Я боюсь, что эта музыка может быть авторская. Но, ребята, что получится? Запишем такое, какое есть. А он не перестает, да, играть? А если я подальше отбегу? Дальше, дальше, дальше. Будет музыка играть? Играет все равно. А, я вспомнил этот мод. Он сейчас немножко поиграет, потом музыка перестанет играть. Все. Есть такое. Так, 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 так. Уже тише. Может, он музыка играет, когда он на нас агрится? Пацаны, он вас убивает или нет? Или он просто прыгает, как дурачок? Да? Давай, иди сюда. Сынок. А где он? Вы слышите его? Да, невидимый. Так, он может вставать невидимый. А давайте ему дам поджопник. А, он за это мне дал тоже под... Леща прописал. Он меня травил. У меня 10 хп. Так, 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 а что будет? Он меня убил. Я на его мину наступил. У него мины есть? Офигеть, это вообще жир. Какой-то прям читерский вообще чилик-пиздрик. Так, 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 давайте сюда зайдем. Я сюда поднялся. Мне интересно, если его начать мочить, он сильно разогрится? Ну давайте его еще повыживаем чуть-чуть. Он такой, ну, не сильно и мощный. Я его иногда раз вижу, да? Вот он, вот он. Хочет что-то сделать, он прис... На тебе. Я его не убил? Нет. А, я думал, я его замочил с одного раза. Давайте я запрыгну тоже на крышу, как-то сыкотно. О, давайте все на крышу посмотрим, он залезет к нам или нет. Так, шкеримся тут. Ну давай, мы тут, сынок. Я слышу, вот тут он вот. А, скажу честно, это один из самых лучших модов, которые мы качали на NPC-шку. Очень грамотно. Кстати, мне приходилось скачивать какие-то отдельные моды на анимацию. Так, пацан какой-то к нам зашел. Тот же самый. Я слышу, я слышу. Музычка играет. А он к нам не запрыгивает. Все, пацаны, давайте его, короче, мочить. Доставайте оружку, давайте его немножечко подразним. Я вообще, мне кажется, он какой-то очень лайтовый. Эй! Я свой, я же не чужой. Я не предатор. Не хищник. Вот он, вот он. Я вижу его, вот, я попадаю. Кровяша идет. Ах ты, нифига себе у него оружка. Так, как это нереально, он какой-то реально... Нереально, нереально. Че он меня мочит? Вы по нему стреляете. Эй, отвали. Он злее, да, стал, когда стреляешь по нему? Он, смотрите, ближний бой начинает принимать. Так, 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 пацаны, пацаны, внимательно, внимательно чекаем. Давайте убежим сюда, в темноту. О, я знаю, что я сделаю. Погнали. Без света. А вот теперь, ребята, это новая волна, где можно использовать оружку и мочить его. Но только его, меня не надо мочить. Я как бы свой. Так. Это жестко. Тебе нравится он? Да. И мне нравится. Давайте его попробуем убить в этой серии. Он притягивается каким-то лучом. Вы видели, что он делает? Давайте мочите, мочите по башке его. Опа, что он делает? Что это за у него приколы какие-то? Убивается? И вообще не за счет. Что делает? Мы его убили. Бульбазавр, ты его убил. Это он в конце взорвался? Ого, это западло какое-то. Самоуничтожение у него. Короче, у нас же есть мод на... Ого, сколько дыма от него, вы видите? Офигеть.
сколько огня, Димон. Это реально крутой мод. Так, пацаны. А сейчас будет немножечко жечь. Я их поставлю 2 штуки. Ой, это жечь. Ладно, 3. Погнали. Ого, от него еще огонь идет. Все, я валю. Тут, короче, пацаны, каждый сам за себя. Выживание в лесу. Дима, куриный. Да нормально, нормально все. Нехлазные режимы, Дима. А какие режимы у него есть? Ну, один, так, видимо, очень быстрый, медленный, один очень быстрый. Пацаны, давайте, давайте, я знаю. Я верю в вас, мы сможем его замочить. А мы что-то не верим. Надеюсь, это для нас будет последняя волна. Три штуки бы замочить. Это жесть. А давайте... О, ночной режим есть. Вы же помните? А, блин, он лагает на этой карте. Хорошо, выживаем дальше. Так, да. Пацаны вообще мочат. Да, печально, что музыку нельзя никак отключить на этой карте. Вообще, на этом моде. Ну ничего. Главное, что они не зацикли. Он убил меня в темноте. Музычка очень прикольно играет. Я попадаю, пацаны, по небу, попадаю. Он куда-то убежал. Они как-то странно себя ведут. Бывает очень резко, да? Бывает медленно. Ой-ой-ой. Так, мы еще ни одного не убили. Так, я пока тут постою. Ой, это наш, это наш. Пацаны, надо какую-то ружку крутую нам, наверное, взять. О, давайте возьмем ружку, где классный фонарик. Гранатомет в действии. А где оно? Он прыгнул. Он сюда запрыгнул? Да. Так. Я его не вижу. Ох, блин, я ж дернулся. Так, вообще читерские челики. Да хватит оружие разглядывать, мочи его. Ты куда прыгаешь, псих? Ой, ему не нравится, я по нему попал. Ого, не мочит. У него, короче, этот баг, да, какой-то произошел? Он расщепил меня. А, нет, это бульбазавр был. Так, оружие мне это не нравится. О, оружие вам это понравится. Пацаны, извините, это обстоятельства. А, он притягивает меня. Трое. Слышь, сдохни. Блин, он мне скинул. А им не нравится, да, что мы делаем? Давайте от этого. Да куда мне скинул? Я отлетаю на полкарты, когда они мочат меня. Слышь, отвали. Тихо, тихо, вот он, вот он. Пацан, он сейчас взорвется, бегите. Ой-ой-ой, я вовремя убежал. Что творится? Нифига себе музычка играет. А ну иди сюда, давай его замочим уже. Оружие это, кстати, очень читерское. Он, кстати, ногой мне хочет ударить, но у него ничего не получается. Погнали, погнали, пацаны, мочим его. Еще один, мы же одного только убили. И представляете, днем будем мы с ними играть. Будет прикольно, кстати. Так что, ребят, давайте 5000 лайков, и мы записываем этих хищников днем. В городе снимем их. Или сделаем обзор на них. Напишите, обзор делать или выживалочку. Есть, пацаны, я убил. Просто убегайте. Да блин, он меня мочит. Да, он меня убил. Опять все взорвались, чертям. Еще один остался живой. Во, пацаны, так я чужой. Ну чё, последняя схватка, я буду играть за чужого. Во, мне так нравится. Так, давайте посмотрим, что он может. Прыжочек мощный. Он прям сливается с этой картой, мне это нравится, так это не то. Ногтями бьет. О, базука! А как же исчезать, пацаны? Ву, прикольно. Е, Р. Да куда шары летят в небо? Ос, да? Он что-то не видит тебя. Мне нравится. Эй, видит меня. Вы меня убили так быстро.
Эхе, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!